Я не думаю, что мы должны винить себя за какие-то чувства, где-нибудь злости, где-нибудь, значит, обиды, где-нибудь страх какого-то. Мы живые люди все. Естественно, что у нас могут возникать негативные чувства. Более того, наш мозг устроен таким образом, чтобы негативных чувств, так сказать, у нас был вагон, потому что они символизируют об опасном, мобилизуют перед опасным. Да, конечно, лучше добиться духовного просветления и стать спокойным, как будто делать мир вокруг себя прекрасным. Я очень за. Но даже Христос выгонял торговцев из храма и говорил: «Не мир я принес вам, но меч». И Будда несколько раз устраивал, так сказать, всем взбучки. Поэтому в целом у нас есть это биологическое начало. Вот. Главное, чтобы оно нас не определяло в сути нашей, в основе. И тогда эти всполохи негативных каких-то чувств, они быстро будут проходить, и мы будем снова возвращаться к состоянию внутренней гармонии. На это дорого стоит.